Сегодня Северная Корея обнародовала видео запуска той самой ракеты, которая во вторник пролетела над японским островом Хоккайдо. Она преодолела 2700 километров. Это рекорд для КНДР. Всего в нынешнем году Пхеньян произвел как минимум 14 ракетных испытаний. После очередной угрозы ударить по острову Гуам, где расположены американские военные базы, в середине августа Япония развернула систему противоракетной обороны «Патриот» и пригрозила, что будет сбивать северокорейские ракеты. Но во вторник в Японии сработала только система экстренного оповещения, посеяв панику среди населения.